saying that it feels right. А куда прокатал? Я вниз. Красава. Я вижу твои безумные глаза. Итак, ребята, да, всем здорово, с вами Брутанский и Владик, и сейчас мы продолжаем играть на... Опять забыл название этой сборки. Эра техно... что там? Эра инженерии. Да. О, осми. Хера. Я осми не подобрал, потому что у меня есть интер забит булыжником. Так убери его. Так, Кого? Идеальненько. Ай, больно. О, опа, лазурит, лазурит. И так вот, все. Теперь у нас есть лазурит. Так, еще мне есть куча ненужных, ну, уже, как бы, ненужных. Силикон из Galaxy Craft, кстати, надо бы его собрать. Пригодится. Ай. О, что забрал? Чё? Или это я что-то взял, или ты что? О, а ты, вот и тебе нужен редстоун. Во-во-во-во-во, Настя. Так, я пока... поменяю местами... кирки все. С камнями. Я немножко генерацию делаю дома. Нет, ты слишком вниз. Ну, знаешь, в чем, что хорошо? То, что я сделал этот самый Клиркрафт. Он копается вот этой вот киркой. Пригодится. Не активировалась Алиса, мне нормально. Зачем? А я не знаю. Она делает, что ей просто в голову взбредет. Алюминий из Vulpes Library. Я ториум нашел. Ториум. Так. Базар. Собственно говоря, вот так вот мы и копаемся в шахтах. По идее, мы не знаем ничего читерного, но у нас получаются такие большие... Чё? Я полки кирки железные использую. О, место каменный. Бубы лава. Блин, почему я не могу найти алмаза? Вот почему? Не знаю. Где вообще эти алмазы? Пока... О, кстати, какая прикольная штука. Я заберу. Где? Где? Я тогда уже покупался. А, кварц, то что? Ага. Вот тебе еще одна кирка, вот тебе еще одна кирка, вот тебе еще одна кирка. Я тебе три кирки скину, слышишь? На тебе вообще булыжника. Так, это у нас Ctrl-Shift-Q. Да. О, электротин. Скопаю тоже, пригодится. Ты тут? Я тут. Я булыжник выкидывал. Ты просто у меня так молчал, как этот самый. Да. Как партизанка. Ну, спасибо. За комплимент. Ну, слушай, я партизанкой тебя не назвал, я тебя назвал партизанкой. Так я и сказал за комплимент. Тут еще твой красный камень. Не, мне хватит уже 150. Пока что. О, я нашел алмазы, слышь? О. Чуть недалеко. Сколько? 6. Нормально.
Если бы не я, подбери, ты бы... Подбери. А. О-о-о. Может, не отдавать тебе? Ну, не отдавай, чё. Я могу... Смотри, я могу сюда вот. Не-не-не, не надо. Тогда на. Я же могу сделать. На. Ну, где он? Так. Так, золото. Золото. Один. Ты вообще слепой, да? А я вверх не смотрю. Ей еще 6. Ой, лава-лава-лава, хоп. Ой, лава-лава, хоп. Хоп. Так, итого у меня осталось всего лишь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть кирок у меня всего лишь осталось. Это, да, и правда всего лишь. Это на 6 капков. Такие большие, да. Ой, мне кто-то в ЛС написал. Ублюдок какой-то. Я надеюсь, то, что он сдохнет. Поэтому можешь с факелами и ходить. Ты ничего не видишь. Вон еще алмаз. Алмаз. Это золото тоже добывай. Я сейчас просто копаю. Я дальше все остальное буду скапывать этой самой. Ежи. Ну, ты, короче, понял. Жи. Жи есть. Слава Украине. Ты не мог удержаться. Да. Слушай, у тебя инвентарь есть чистый? Ну, такое, но есть. Можешь пресс-руды себе собрать? У меня он просто вообще полный. Вон там вот еще сзади руды. Вот, вот здесь вот. Ага. Сейчас я буглу кину. Так, Ctrl... Нет, Shift-Q, по-моему, нет. Ctrl-Q. Нет. Да, вот, Ctrl-Q. А, Ctrl-Q? Да, Shift не обязательно всё зажимать. Иди сюда, что это такое вообще? Сейчас, подожди, я тут соберу. Так, тут вроде всё... Флюкс. Что за флюкс? А, это, по-моему, у нас, да, это у нас из Flux Networks, она пригодится. Это А-а-а. Чтобы, получается, передавать энергию вообще без потерь. А-а-а, хорошо. То есть мы генераторы, допустим, сможем подключить где-то чёрт знает где и присоединить их к одной сети. Ага, все, хорошо, понял. Ладно, сударь, выкопайтесь, а я кину. Сказал твой персонаж, когда умер. Так, это что, лид? Подберу. Копер подберу. Оп. Железо подберу. Оп. Оп. Когда же у нас ресурсов просто жопа. Хотя это еще ничего. Ну, во всем виноват вейнвайнер, знаешь. Вот когда у нас да. карьер, то поговорим уже. О чем? А ты еще представь, это драконика. Тут драконика же нет. Ну да, я знаю. У меня майн не отвечает. Ну четко ему, я тогда к тебе успею тэпнуться. Давай. Тут ты сложил свои кирки в этот самый для ресурсов. Ты всё, просто молодец, я... знаешь. Так. Я сразу сказал то, что я их туда скину. Так. А ничего то, что тут просто теперь некуда это все складывать. Всегда пожалуйста. Ладно, сложу это все сюда. Так, золото, вот это, вот это, вот это. И вот о, это. О, великий. Чё? Печка? А, генератор выжившего. Нам бы нужна ручная дробилка, кстати-ка, наверное, сейчас. Я сейчас дробилку сделаю, чё? А, нет. Нет, не нужна нам дробилка. Тебе, кстати, айо делать или нет? Какой айо? Ну,
Сейчас. А, И, О. Так, нет. А, И, О. Ну, вот, короче. Black Quartz, А, И, О, Т. Это, короче, все предметы просто в одном. И лопата, и топор. Ну, давай. В принципе, чего нет. Ну, окей. Ну, надо посмотреть, если хватит. Так, это 3, 6, 2... Так, 4... 11 штук. Да, хватит на 2. У нее прочность 1120. Ого. И плюс 7 дамага этот самый. Ого. Так, я потерялся. Да ты всегда теряешься. Я крашер делаю, Хьюстон. Раз, два. Хочешь крашер сделать? Чё? Своими. Хочешь крашер сделать своими руками? Нет, что-то не очень. Я лучше, знаешь что, я лучше пойду где-нибудь на дыбу обсидиана. Ты, кстати, его видел где-нибудь? Нет. Я сделал эту. Так, уголь. Так, нет, это флакс, вот уголь. И сколько ты за раз генеришь? Не, ну слушай, ну пока все равно нам хватит. Ну такое, знаешь. Смотря сколько он потребляет. Сколько этот вырабатывает? А, 5 РФ тик. Идеально. Так, собственно говоря, мне нужен сейчас обсидиан. Ты знаешь, где добыть обсидиан? Взять ведро с водой в ручки и пойти вниз и сидеть там. А где там, там была лава где-то? Где-то была когда-то. Или ты ее заставил? Не, я не заставлял вроде как. Тебе сколько лавы-то надо? На портал. А, оу, фу-фу-фу. Нет, извините, я не знаю таких количеств. Есть только в аду. Не, я сейчас где-то где-нибудь найду. Нам бы лавы, знаешь. Зачем? Ну, для магмогенератора. Первоначально нам нужно ват. Это раз. Ой, не знаю. Я на скайблоке вообще не разводил. Даже на сервере иногда нет. Не, ну тут, понимаешь, тут нужна просто Незер звезда. А! Для... Ты дебил, знаешь, Тепинска. Ну. Иди за мной. Не? У нас тут дохрена лавы. Да, ты в первой серии. На меня согрелся один чел. Вы готовы искупаться в лаве? Где ты? Конечно, всегда готов. Нифига скелет по этим дает. Ice Bucket Challenge? Ice Bucket Challenge это у нас... Ага. Этот самый, короче, облить лаву водой и собрать этот самый, кстати, косяк куда мерца было поставить. Да ладно, насрать вообще. Красавчик. Блин, надо сюда с манхуем будет влепить, знаешь? А, ну, блин, один 12 манхуинга нету, к сожалению. Ну, а мне на что ж? Ла-ла-ла. Надо было поспать. Хопа, your friend's brood has come online. Что?
Ай. Гришь, зараза. За тобой гоняется, чел вообще. Да, я знаю, за мной гоняется быдло. Нифига, у него 21 армор. В принципе, потихоньку я выношу. Я отгоняю тебя от него. Тебя. Ну, ты еще знаешь, так под руку лезешь иногда. А хрен ты стил. Сейчас узнаешь. Так, ну, нужен кремень, которого у нас нету. Ага. У нас есть гравий? Нету. Нужно искать гравий. Я там... Чё? Сурвайл генератора вообще не хватает. Всё плохо. Блин, у меня свиньи даже телепортировались. И даже блок сервера пишет то, что будет в ронгле. Так, ты куда исчез? А, ты в шахте. Нет, я не в шахте, я сейчас... Может, тут где на земле есть кремний? Да вряд ли. А, вот он, в принципе, есть. Ну ладно. Мне-то он и нужен. Все, у меня есть, все идеально. Тыгдык, тыгдык. Так, Джей... Нет, ну, конечно, знаешь, не хватает вот этого слэш-хоми. А, ну... Иногда да, иногда нет. В смысле иногда нет? Ты чё, пидор? Иногда да, иногда нет. Охуенно. А ты как думал? То чувство... Еее. Когда, знаешь, без брони идёшь... В ад. Да-да-да. Так, я так оценил, ну, вау. Ладно, пошел себе сделаю хотя бы меч. Че? Я меч пошел себе сделать. Не, ну, слушай, мой рот. Тут чё? Вроде не опасно. Сказал Лео после того, как 5 секунд побыл. Так, у нас есть чем освещать. Вернее, будем. У меня есть 1.5 стака факелов. А у меня есть... Куб. Как она меня бесит. У меня есть всего лишь 8 светокамня. Всего-то. И еще чикен. Mm-hmm. Слушай, слышь? Mm. Ты пока мне плес. Посмотри вот на это, то, что у тебя перед глазами. Вот оно. Я вижу. На тебя похоже. Ага, у меня еще этих кирок нет. У меня есть с собой и алмазные, и железные. Да тебе хорошо. Ты еще кварц добудь. Че? Кварц добудь. Ну, я добыл уже 9 штук. Да, достижение века, знаешь. Мне кажется, серый немножко подвис. Хотя нет. Не знаю, я норм. А, это этот самый свинохрен. Просто думал, что это скелет. У меня все на английском, теперь я пишу все на английском. Идеально. Не знаю, я уже как-то привык играть на английском, знаешь. Mm-hmm. Да сука, еще раз мне кто-то напишет, я пойду и суициднусь. Где вообще моя мобила? Я не могу понять. Куда делась моя мобила? Уходи. Куда я положил свою мобилу? Ну да. Я не знаю. Я что, дебил? Да, вот тебе по лицу за то, что ты потерял свою могилу.
По-моему, я и забыл в ванной. Ладно, итак, я на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Всем пока.